Смотри, журналисты без табу доехали в латгальскую глубинку, чтобы решить очень важный вопрос. Как же так в местном магазине продается пиво с этикеткой, которая очень похожа на символику Советского Союза? И что об этом думают жители? А до этого они делали репортаж в рижской многоэтажке, где, знаете, вся такая зарисованная всякими граффити баллончиками, да, и вдруг буква «З» появились. И вот тут вызвала какая-то бабушка этих журналистов и говорит, как же так, буква «З»? Слушайте, вот никому не приходит в голову спросить, почему в этой латгальской глубинке школы закрывают, почему люди оттуда уезжают, почему рабочих мест нету, почему доходы там так сильно отличаются от средней зарплаты по Латвии и средней зарплаты особенно в Риге и Пририжье? Никто не хочет сделать репортаж о том, почему бабушка в Риге живет вот в этой советской многоэтажке, и преимущественно они такие только в Риге и стоят. Они неутепленные, они с плесенью, они с дырявыми крышами и стенами. Ветер гуляет насквозь, счета за коммуналку высоченные. И какой должен быть бардак у людей в головах, чтобы вот такие нюансы, что вот среди всех граффити буква «З» и среди всех товаров в магазине, которые большинство из местных жителей себе позволить не могут, есть один товар с этикеткой, похожей на символику Советского Союза. Вот это главное, вот об этом будем говорить.